Все, мы все собрались. Вон, пошли. Оделись. И с папулечкой идем на море. В столовую жрать сначала. Ну да, мы сначала покушаем, а потом уже на пляж. Ну что, немножко. А на Зенская, вот этот перекресток, пап? А? Вот этот перекресток. Ну, да. Тут пешеходный. Идем. Сейчас. Ты не торопись, мам. Да как же вы бежите, я за вами. Немножко вам городка покажу, и нет смысла меня показывать. Очень красивое такое местечко. Какая красота. А, вон столовая, мам, столовая. Говорят, нормальная столовая. И магнит еще, магазин есть. Все будем брать. Как положено. Столовая. Посмотри, мам, церквушка какая-то. Посмотри, как красиво, прям посередине этого. Так вот, мама взяла там овощи на гриле, пюре, купаты, борщ. Мы все борщ взяли, папа рыбку, пюре, борщик. Так, значит, сейчас по ценам, просто кому-то интересно, наверное, будет столовая. Мама самая дорогая, она женщина. Ну, салат, я вообще взяла 400. На всех, на вас. У меня 100 получилось. Мама 268, ой, у папы 268. Ничего страшного. Смотрите, значит, мы практически находимся около пляжа у этой женщины. Стоит у нее 600 рублей в сутки. На горе. О, ну, гору, да, вы видите, аккуратно только. Геленджик написан на горе. Я видела, аккуратно. Куча отдыхающих просто. Заполонили всю планету, можно сказать. И такие вот живописные виды. Ну, вид, конечно, классный, обалденный. Просто из окна вот этого вот отеля. Black Sea, Black Star Burger. О, кстати, по-моему, этого, как его зовут, кто у нас там, Тимати, если это он, конечно. Его, по-моему, только-только открывают. Ой, посмотрите, какая набережная, боже ты мой, какая красота. А, вон он, смотри. Ой. Просто нереальная красота. Вон шезлонги, давайте вон шезлонги свободны. Да, классно. Шезлонги платные. Ну так полежим на одеялке. Это вот платная можно. Туда. А вот там вот, смотри, песчаный пляж. Вот там вот. Да, там песчаный. Тоже народа полно. Так, тут у нас разные кафешки под цены. А вот там, смотрите, Геленджик написано. Вот там. Подкапывают. Подкапывают, как камушки большие. Мы когда пойдем, тогда дорога. Короче, вот мы сидим на пляже уже... Сколько? Пару часиков, наверное. Больше. Больше, три, да? Три часа точно. Мы как покушали и сюда пришли. Ну да. Ну вот чем мне нравятся все-таки пляжи эти черноморские, что здесь вообще человек на человеке. Просто сейчас немножко рассосались люди, а так до этого их там так много было. Аж плакать хочется. Да? Вот, ну так нет, я свой маленький мирок закрылась, как обычно. Ну реально, прям что-то не по головам ходит. Вот. За это я не люблю наши пляжи, наши побережья для отдыха. Ну, сейчас для уединения вообще не подходит. Либо дикие какие-то пляжи искать. Ну а так что вот приехала и где все. Короче, это не мой вариант. Но я с удовольствием буду сюда ходить. Вот мы с папой уже решили, что мы рассвет будем ходим. Встречать. Да, в 5 часов утра рассвет. В 4 встанем. Придем, фоток наделаем. Что еще мы сделаем? Искупаемся. Я сомневаюсь, что ты придешь, дочь. Папка еще муж прибежит. Завтра точно нет. Завтра однозначно нет, да. Я спать буду, отсыпаться. Смотрите, как красиво горы свисают. Это. Вот. А потом походим мы с ним, да, с утра, к ранней пташке. Но прохладно, для моря прохладно, мне прям вода сильно
как у нас на Медведец, чуть потеплее. И еще, что хотела сказать, не знаю. Море прохладное. И так, в принципе, прохладно. Прям вот сидишь, особо солнце не греет, да его сегодня и не было. Не, ну было в обед так. Закат уже. Закат уже? Закат почти. Ну как почти? Уже почти. Так, а это мы ужинать будем. Света никакого нет, у меня осталось 4% батареек. Мама сделала салатик, потом здесь у нас гречка с тушенкой. Ну и, собственно, гречу будем пить. Все. Это прям во дворе вот такой дом, не дом, а этот стоит, стол, и мы на нем будем кушать. Вот. А я жутко сегодня устала, да, на свежем воздухе жутко устала, поэтому сегодня и спать пораньше лягу, и еще. Ну, мам, я не спала двое суток нормально. Я понимаю, и в дороге все равно не спала. Нет, я редко, я просто не спала, поэтому я спать буду, и завтра высыпаться буду. Вот. Чего редко? Я редко слышу от тебя, когда ты жутко устаешь. Ты как-то я просто редко, не выспавшись. Нет, редко ты говоришь такие слова, поэтому я это... Лечь? Ну, пусть остынет, так же сварятся. Это второй день у нас. Мои старики идут. Вот, идем на море утречком, только в другую сторону. Там папка сегодня с утра у нас встал, погулял. 6 часов утра. Я, кстати, тоже собираюсь, планирую. Мне всегда интересно, как в курортных городках люди живут, ну вообще в любых других. Вот, ну встал сегодня с утра и пошел. Два булыжника принес нам на... у нас жибани есть, и там камни можно выкладывать. Вот он два камня принес. Получается. Блин, как классно. Что? Такая красота, как тихо, спокойное место. Прям это не центр, мы не в центре находимся. Сегодня переселяемся в другую комнату. Ой, господи. Ты что такая шумная-то? Ветер подует. Детский оздоровительный лагерь здесь находится. Мам, смотри, здесь детский лагерь, он находится. Да, да, посмотри, да. Что. Вот там. Пап, ну какая это другая сторона, когда это не другая сторона? Другая сторона, это когда в ту сторону ты идешь. Куда? Вот в противоположную. Ну, это задался. А это человек, знаете, где? Вот за этими, которые кричали, там ездят, катают. Это вот мы за ними мы идем. Поняла, дочь? Да. Боже. Ну, а говорят, еще где-то в другой стране есть море. Вот со всех сторон. Ну, тут надо с другой стороны пойти. На песочный пляж потом надо пойти. Смотрите, какая здесь площадка. Нет, ты так побольше, чем мы. Ой. Нет, не шел. Нет, не шел. Слышали? Сквер Победы, сквер, здесь гулять можно. Боже, какая красота. Как я люблю курортные городки. Там уже народу кишит. Вот все в следующем году, если мы сюда приедем, я приеду только... В конце августа, начале сентября, чтобы можно было. Мама, аккуратно иди. Под ноги смотри, аккуратно иди. Чтобы было в конце меньше людей. В конце августа все уедут с пляжа с детьми.
Это там дождик. Посмотрите, прям как стеной идет. Первый раз такое вижу. Такую красоту. Пляж опустел. Почти никого нету. И мы здесь тусуемся. Ну, еще парочку человек. Классно. Давайте я вам номерочек еще сниму. Ну, как номерочек, поняли, да? Нас переселили в другое место. Там мне, конечно, больше нравилось, потому что там ближе к родителям, и там ловил у них Wi-Fi интернет. Здесь он не ловит, скорее всего, ролики не будут выходить. Но если, конечно, я же вечером там не буду выходить, проситься на беседку, как-то загружать. И, опять же, не знаю, сколько здесь видео будет загружаться. Значит, смотрите, здесь вот вход. Я потом как-нибудь выйду, вам покажу. То есть здесь домик и разделенные на комнаты. Вот здесь вот вход в этот домик. Я уже все разложила, я не стала ничего убирать. То есть без прикрас вам здесь показываю, как здесь все есть. Для кого-то это покажется, ну, так себе что-то. Кто-то оценит и скажет, это самые лучшие условия проживания на море. Да, что тебе еще нужно? Кровать, койка, кровать. Вот, и все. Ну, короче, каждый сам сделает свои выводы, потому что у нас у всех опыт разный проживания, у нас финансовые возможности у всех разные, поэтому, ну, мне кажется, это вообще так даже глупо обсуждать. Ладно, поехали. Значит, это кровать, видите, соединенная. Мебель, конечно, ну, вот так себе. То есть она, естественно, какая-то бабушкинская, собранная с разных мест. Единственное, там вот мы где ночевали, там, конечно, мне очень понравилось вот первое место, но там маме очень, то есть мы могли бы там остаться, но маме спускаться тяжело, потому что там очень крутая лестница. Вот, посмотрите, лестница, вот она раз поднимается. Мы там жили вот в этом домике. Два. Ну, там красиво, конечно. Если бы одна приехала, я бы там осталась жить. Вот. Две прикроватные тумбочки, кровать, разделенная, видите, на два. Конечно, неудобно будет. Совсем, не совсем удобно спать. Не придется на одной половинке спать. Вот. Картина, гардина. С этой стороны у нас мы заходим. Телевизор даже есть, который я не буду смотреть. Скорее всего, книжку буду читать. Ну, тумбочка. Стул, шкаф. Мне не хватает мест, потому что, посмотрите, шкаф, он такой, вешалка. Здесь повесить что-то можно, а полочек нету. Поэтому я протерла вот это вот место. И просто у меня здесь будет разложено. Одна живу. Мне, собственно говоря, какой-то внешний беспорядок не мешает жить. Поэтому у меня так вот все свалено в кучу будет. Так что как-то так. И вот здесь, вот представьте, здесь на каждую комнату есть свой душ и туалет. Раковина. В принципе, что еще нужно? Конечно, снимать лучше широкоугольной камерой. Тоже я не стала ничего так сильно раскладывать. Я не люблю, если честно, чье-то, где кто-то жил. Старенькое не люблю. Но ванна в целом чистая. То есть душевая кабинка такая новенькая. Тебе гель уже разложила разные, моя перчатка лежит. Вот. Как-то все это дело выглядит вот так. Ну, просторно, она очень просторная для меня одной. Все на этом будет. Я сейчас мамке номер покажу, немножко отличается от моего. Я вам сейчас еще его покажу. Мне нормально, комфортно. Тут мне номер побольше у мамкин понравился, но я просто решила им оставить, так как они у меня нигде не отдыхали уже 16 лет. Мама не была на море, поэтому я им отдала более лучшие такие условия. Но он просторнее, там попрохладнее и запах какой-то там вот посвежее, что ли. Здесь он какой-то затхлый. Ну, все самое лучшее детям, что говорится. Как говорится. Здесь вот, видите, они
и вторая комнатка. Пойдем у них смотреть, что у них там внутри. Так, где свет включается? Здесь. Вот видите, он у них попросторнее. Попросторнее, здесь как-то в целом посвежее. Воздух почище, поприятнее пахнет. Тумбочки вот такие вот прикроватные, они более новые, скорее всего, недавно их покупали. Сервант. Я в платьишке тут от Василька в очередном. Кстати, очень легкий. Вот на лето девочки, кто живет в жарких, теплых краях, вот такие вот вещи. Правда, реально рекомендую. Прям продуваются, все свободные, комфортные, ничего не липнет к телу. Значит, у них здесь сервант, ну такой старый бабушкин. Здесь вот у них тумбочка, гладильная доска. Гладить я к ним, скорее всего, приду. Шкаф. Шкаф мы посмотрим, какой у них. Вот такой вот, мама тут уже все свои платья красивые развесила, жар-птицу. Положила, где же они такие вещи положили? А, они все развесили просто. Вот сюда еще нет, тут утюг есть. Кстати, в каждом номере есть утюг, в каждой комнатке. И вот здесь вот у них точно такой же туалет. Я свет не буду включать вам. Все то же самое. Вот, как-то так. Но этот у них мне побольше нравится. Даже кровать получше. Здесь даже можно посерединке спать. Кровати. Не будешь чувствовать этот переход? Оно почему-то чувствуется. Первый этаж. На втором этаже сейчас свет видно. Плохо будет слышно, потому что машину припарковать. И вот второй этаж они отделывают. В следующий раз я заселюсь куда-нибудь повыше. Узнаю, отделали или нет, буду отдельно от родителей жить, зато в новой комнатке. Вот, я просто смотрю их варианты интернета, где я могу им воспользоваться. Здесь машина, вот видите, можно поставить. Здесь вот кухонка с этой стороны, то есть вот ворота можно заехать. Тут кухонка. Тут вот, кстати, тоже домик они создают. И родители меня тут готовят. Супчик вкусный, наверное. Ну, что-то готовят. Вкусный не знаю, но что-то готовят. А, кстати, сходить, за майонезом сходить? Каким-то или за сметаной? Нет, на море пойдем, тогда и возьмем. Да? Конечно. На море мы в любом случае, даже если холодно, все равно пойдем, сходим, оденемся просто потеплее, да, и все. Да. Можно взять с собой купальники, если солнце выйдет, там переодеться в этих кабинках, и все, да? И трушлак вот это возьмем. Зачем? Папа будет гадить в сейф. Короче, а вот еще маленькая кухонка. То есть тут и холодильники, все в принципе так неплохо. Я не знаю, кто... Я первый раз просто в таких домах живу. То есть я не жила в таких домах ни разу. Мы либо отели снимали... Ну, в основном отели снимали. Так вот я не жила, конечно. Потом широкоугольную возьму камеру, вам поснимаю так, чтобы получше было видно. Так что здесь спрошу разрешения хозяйки. И снимаю.